achieved with CryEngine 3. Добро пожаловать в наше скромное пристанище. Сэл всегда висит у нас на хвосте. Нам приходится кочевать. Ну, ты понял суть. Черт! Всем частям! Корпусы заминированы. Подходите к зеленой линии. Не останавливайся. Привет, Рабыш, я вернулся. Подожди, Майкл, я скоро. Добро пожаловать домой. Сэл, долбят нас цифровой артиллерией. Наша сеть сыплется. Верни нас в онлайн, живо! Рефлекторы для искажения сигнала. Мне насрать. Верните нас в онлайн. Клэр! Боже, Майкл. Ну и денек. Мы потеряли хороших бойцов. Я пыталась связаться с Дэйном, когда... Что за... О, нет. Нет, нет. Клэр, это Пророк. Выслушай меня. Взгляни на модификации, Майкл. Это Цеф? Или Цел? Это вообще человек? Мы что, жертвовали людьми ради этого мутанта? Смотрите. Это не просто костюм, Майкл. Клэр. Клэр. Мы здесь уже 5 месяцев. И в этих асимметричных боевых действиях у нас все меньше успехов. Предполагалось, что это будет нашей Нормандии. Увы, вот они мы, прячемся. Мы ударяем то тут, то там, но не можем захватить инициативу. Нам нужен тот... Кто изменит расстановку сил? Майор Лоуренс Барнс. Пророк. Карл Эрнст Раш. К вашим услугам. Раш, я помню вас. Замри, пожалуйста. Комбинированная ДНК. Человек. Сэф. Искусственная форма жизни. Невероятно. Ты у меня не читаешься. Да, да ладно тебе, чего ты ждал, Лоуренс? Я создал этот костюм, мой дорогой, естественно. Он не может прочесть меня. Клэр права насчет риска. Силы много... Но она нестабильна и своенравна, капризна. Майкл посвятил тебя в наши планы? Я проинструктирую его перед выходом, сэр. Это превосходно, босс. Мы покалечим Сэл навсегда. Ситуация куда хуже, чем можно себе представить. У меня видения, обрывки. Нам нужно переместить бой в Сэл. Отключить энергетический Нексус и со всем этим покончить. Ибо то, что они делают, погубит всю жизнь на планете. Помните это. Знаешь, ты говоришь как пророк. Это намеренно? Очень соответствует. А теперь пойдем спасать наш вид. Ладно? Хорошо, выдвигаемся. Будь осторожен. Буду, ты же знаешь. Идем. Эй, я же просил тебя не говорить про видение. Ну, хотя бы про нас с ней промолчал. Ромео один, у тебя микрофон торчит. Опс.
сюда! Вот он, Ултоновская ГЭС. 500 мегаватт, напрямую питающих высотную систему обороны СЭЛ. СЭЛ распределяет свои силы по подстанциям. Что с этим делать, сам решай. Есть еще энергетический Nexus Cell. Система X. Вырубим дамбу, и ключевая оборона Cell накроется. Они не могут переключить питание системы X? В другой сетке. Объясни, зачем им дамба, если у них в системе X бесконечный источник энергии? Избыток? Или что-то в системе X их пугает? Слушай, псих, ты хорошо знаешь этих людей? Им можно доверять? Почему она так истерит по поводу моего костюма? Она ненавидит костюмы. Не знаю почему. Все, что я знаю, это то, что ее команда вытащила меня из лаборатории. Она спасла мне жизнь. Лестница заблокирована. Нужно как-то запустить лифт. Нужна? Нет. Отвали. Здесь. Думаю, здесь можно. Ромео-1, это командир Ромео. Я беру на себя управление. Мне нужна прямая связь с монитором нано-костюма. Прием. Принято. Но не дольше, чем необходимо. Отправляться туда и наводить порядок. Что? Он ранен!
Надо визор включен.
Преодолела периметр безопасности. Уничтожить со всей тщательностью. Мне нужно долбанное подкрепление! Моя команда полегла!
Ромео-1, дамба Фултона полностью автоматическая, но у нее есть предохранители. Переключи их, и мы отключим питание. Thank you.
заглушил одного из наших. Будьте осторожней! Внутри. Ромео-1, найдите переключатели и вырубите эту штуку. Черт побери, нет времени. А вот сейчас надо бы пожестче. Ромео-1, выход энергии СЭЛ 65% и падает. Миссия завершена. Эвакуация из точки Дельта. Двигайтесь туда. Положение критическое. Вибрация достигает максимальной амплитуды. Всему вспомогательному персоналу не... У меня другая идея. Думаю, тебе понравится. Давай!
Ромео-1, мы открыли часовое окно на основную цель. На вашей позиции надвигаются многочисленные войска СЭЛ. Не сорвите эту чертову миссию. Ромео-1, дорога на Нексус открыта. Я регистрирую непредсказуемое поведение эксфильтрации аппаратного обеспечения. Меня зовут Бра.